Бывал и не раз, а потому сразу за стол переговоров и подписание соглашений. «Татэнерго» господину Хазиеву и компания «Сименс» господину Либерову. Три подписи на не 1 миллион. Это соглашение между правительством республики «Сименс» и компанией «Татэнерго» по модернизации Заинской ГРЭС. Она построена еще в 70-е, до сих пор закрывает треть потребностей республики. Модернизация позволит увеличить энергоэффективность и сделать ее конкурентоспособной. Ведь новое соглашение предусматривает строительство 2 новых блоков парогазовых установок. Мы считаем, что компания «Сименс» должна иметь более широкий ряд локализаций своих производств в России, в том числе можете выбрать и Татарстан. Вообще Германия и Татарстан стратегические партнеры. В последние годы взаимный товарооборот достигает 2 миллиарда долларов, и он будет расти. Уже осенью этого года компания «Таиф» и немецкая «Линде» начнут строительство этиленового комплекса в Нижнекамске. Были обсуждены и другие вопросы, и другие проекты, которые предстоят. Там, так сказать, второй этап, третий этап, четвертый этап. Были обсуждены проекты, касающиеся Оренбурга, касающиеся Уренгоя. По ним тоже уже первые расчеты сделаны. Для эффективной работы будущей этиленовой долины Таифа немецкая компания открыла в Нижнекамске академию по обучению будущих специалистов комплекса. Специальные курсы прошли уже почти 100 человек. Компания «Сименс», мы реализуем большие проекты с ними, особенно вот энергетические проекты. В то же время медицина, цифровизация, эти тоже направления развиваются. А что касается компании «Линда», республика наша нефтехимическая. Компания «Линда» – это мировой лидер. А это уже подписание соглашения с федеральной землей Саксония о межрегиональном сотрудничестве в торговой, экономической, научно-технической и культурной сферах. Мы подготовим рабочую карту, дорожную карту, для того, чтобы конкретно уже говорить о каких-то проектах, о каких-то сроках. Я считаю, что это очень позитивная, нужная работа для наших регионов. Расширить сотрудничество помогут и взаимные визиты. Рустам Минниханов пригласил немецких партнеров посетить республику. Салават Ухмадуллин, Марат Хусейнов, Андрей Сентальцев, ТНВ, Германия.